Существует несколько путей вхождения в профессию. Есть менеджеры, которые получают профильное образование – экономическое, финансовое, управленческое – и, не вникая в тонкости продукта, занимаются продвижением на рынок инвестиционного проекта. А есть специалисты из области науки, которые знают продукт изнутри и занимаются внедрением его на рынок. Согласно исследованию, проведенному компанией HeadHunter по региону России, сферами, наиболее нуждающимися в инновационных менеджерах, является производство, информационные системы, телекоммуникации и консалтинг. При этом в профобласти производства находится более трети всех вакансий для данных специалистов. Мы специально сделали выборку, в каких отраслях промышленности наиболее востребованы инновационные менеджеры. Основная доля – это пищевая промышленность, на втором месте химическая отрасль, здесь же отмечаем электроэнергетику, добычу сырья и автомобилестроение.